Там есть Сумская область, есть Хатлонская область и Карно-Бадахшанская автономная область. Поэтому у каждого региона, у каждого, у каждой области свои, своя культура, своя, свои костюмы. Вот. Поэтому мы должны были показать не какой-то определенной, да, области, мы показали там всю страну. То есть мы показали Таджикистан, мы ставили. Какое-то Луганская область,